Итак, всем привет. Дальше продолжаю пробовать снова Эвервес, но в этот раз будет у меня Блэк Рояль. По просьбе снова Данкова. Буду пробовать его по вкусу. Я никогда такие лимонады не пробовал. Буду пробовать. О, а мне он понравился. Очень вкусный. Блэк Рояль мне напоминает как бы вкус этой Пепси или Колы. Ну, Пепси с Колой, короче. Когда смешаешь, я как-то смешивал два вкуса. Пепси и Кола. Вот такой он был по вкусу. Такой напоминает мне Блэк Рояль. Очень вкусный, сладкий. Производитель Пепси Кола. Пепси Холланд. Или как он там называется, я к сожалению. Пепси Холдингс. Вот, мне очень нравится такой лимонад. Очень вкусный, советую. Мягкий, приятный, Блэк Рояль напоминает мне и колу, и эту Пепси 2 в одном, когда я как-то делал. Надо будет как-то смешать все эти ингредиенты. Кстати говоря, а может попробовать мне как-нибудь их будет смешать, все эти виды? Надо будет как-то купить эти лимонады и смешать все в один вкус. Попробовать, чтоб уж получится. Смешать все виды Эвервеста в одну, кстати говоря, в один вкус сделать. Кстати говоря, сейчас и сделаем. После еще три попробую и сразу сделаю ролик, сделаю, как я смешу все вкусы этой фигни. Не знаю, понравится. Мне вот нравится оценка 5 из 10. Я советую это покупать, чем имбирный эль, потому что там слишком много имбиря. А этот очень вкусный. Я еще попью. О! Вот это очень вкусный Блэк Рояль. Советую его покупать. Сейчас другие попробую. Но это будет отдельные ролики я делаю. А потом все эти вкусы смешаю в одну. И посмотрим, что получится из этого. Ладно, всем удачи и пока-пока.